Вечером 29 января на перекрестке улиц Куконковых и Павла Большевикова областного центра произошло крупное ДТП с пострадавшими. Столкнулись пассажирский автобус «Богдан», следовавший по 14-му маршруту, и легковой автомобиль Kia Sportage. Как выяснили прибывшие на место дорожные полицейские, владелец легкового авто проехал на красный сигнал светофора. Столкновение произошло в тот момент, когда водитель «Богдана» начал поворачивать налево. В результате аварии пострадали 7 пассажиров автобуса, двое из них – дети. 8-летний девочка и мальчик 5 лет. Водители трезвы. Причиной дорожно-транспортного происшествия послужило нарушение водителям автомобиля Kia Sportage правил дорожного движения, а именно проезд на запрещающий красный сигнал светофора.